Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас обзор на рыбку сом акулий, или по-другому еще называют сом пангасиус. Хочу сказать сначала о том, что это одна из многих рыб, очень похожих на акул. Пангасиус в молодом возрасте очень активен и игрив. Помните, что это стайная рыбка, которую содержат в больших аквариумах. В природе он растет до 130 см и весит до 45 кг. Живут эти рыбки до 20 лет. Очень выносливо, уживается с другими рыбками при условии, что соседи будут крупными рыбками. Мелкая рыба воспринимается как корм. Из-за крупных размеров содержать акулево сома в простых аквариумах любителей очень сложно. Молодежь можно держать в аквариумах от 400 литров. Но когда она достигает взрослых размеров, порядка 100 см, ей понадобится аквариум уже от 1200 литров и более. Кроме того, пангасиус очень активен, и ему нужно много места для плавания. А содержать его нужно только в стайке. Нормально он себя чувствует в стае от 5 особей. Только в старом возрасте они предпочитают одиночество. Будьте осторожны, у пангасиуса очень плохое зрение, и он очень нервный, легко пугается. Не стучите по стеклу и не пугайте рыбку, они могут повредить себя в безумном приступе паники. Не обращают внимания на параметры воды, только на ее чистоту. Температура самая лучшая для этих рыб от 22 до 26 градусов. Обязателен мощный внешний фильтр и еженедельная подмена воды до 30%, так как пангасиусы производят огромное количество отходов. Кормление. Есть все, что вы ему предложите. Когда пангасиус подрастает, он предпочитает белковые корма. Со временем он стареет, теряет зубы и становится вегетарианцем. Разведение. Самки крупнее и коренастее, чем самцы, и имеют чуть более светлую окраску. В условиях аквариума разведение – большая редкость из-за размеров рыб и требований к нерестилищу. Как правило, их разводят в огромных прудах на фермах Азии, либо отлавливают в природе и выращивают в озерах. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.